Здорово, народ! Ну вот и подошла к концу очередная трудовая неделя, и впереди нас ждут долгожданные выходные. Если не знаете, чем заняться, то сегодня я вам расскажу о еженедельной раздаче игр в Steam и Epic Games, где можно урвать парочку неплохих игрушек. Итак, начнем, пожалуй, с площадки Steam. До 25 мая можно забрать Metro Last Light. Если ты по какой-то причине не слышал о этой игре, то в двух словах это что-то вроде сталкера в туннелях метро. На дворе 2034 год, поверхность непригодна для жизни из-за прошедшей там атомной вечеринки по всему миру. Да и помимо высокого радиационного фона, там все кишит мутантами. В городах выжили лишь те, кто успел укрыться в метро. В этом подземном мире и будет разворачиваться увлекательная сюжетная история нашего главного героя Артема, где ему предстоит проложить свой путь через горы мутантов и не только. Кстати, игру можно пройти вообще по стелсу, толком не убивая людей, да и иногда щадить мутантов. Впоследствии это окажет влияние на финал истории. Игрушка основана на вселенной романов Дмитрия Глуховского, и если она вам понравится, то можете ознакомиться с его книгами, ну или послушать их в аудиоформате. Также в Steam проходит акция «Бесплатные выходные» для градостроительного симулятора Cities Skylines. Тут вам предстоит отстроить мегаполис и стать его уже градоначальником. Следите за тем, чтобы все функционировало как надо, от дорожного движения до политики разных кварталов. В этой игре вас может ограничить лишь ваша фантазия. Предложение актуально еще 3 дня, успевайте. Итак, переходим в Epic Games Store. На этой неделе нам предлагают забрать симулятор курьера от Хидео Кодзимы под названием Death Stranding. Странные события, произошедшие в недалеком будущем, приоткрыли завесу между нашей вселенной и потусторонним миром мертвых. Оттуда вырвались жуткие монстры, которые перебили почти все человечество. На ваши плечи ложится нелегкое бремя по возрождению нашего мира, доставляя грузы из точки А в точку Б. Ну и напоследок, в VK Play появилась демо-версия Atomic Heart. Если думали о покупке данной игры или хотели просто протестировать, как она пойдет на вашем железе, то теперь у вас есть замечательная возможность. Все ссылки я оставлю в закрепленном комменте. Не стесняйтесь ставить свои пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные интересные предложения. На этом у меня на сегодня все. Удачи!